И сейчас происходит настройка. Настройка машины произошла нормально. Кстати, для тех, кто говорит слишком много спойлеров на ней, вот уже минус один есть. Поэтому, кому не нравится вот этот тоже скоро. Владелец говорит, не снимай меня, Виталик. Мы тебя поздравляем с первым запуском. Вот так начался обзор. Теперь только собирай, блин, по запчастям ее. Поэтому вот эти все расширения, конечно, теперь, ну, прикольно смотрятся на самом деле, но уже под большим-большим вопросом. Вот нужны ли они и вообще будут они здесь или нет. Ну как, тебе нравится первый запуск? Ты хоть и не слушал, но снаружи понял как. Да не, давай его до конца доламывать, нормально. Со стороны тачка смотрится прикольно, стильно, то есть вообще. Grand Theft Auto. Вот такая у нее морда, действительно злая такая девятина. И, конечно же, мы с вами сейчас посмотрим, что в ней установлено внутри, какой конфиг. Ну а Женя, соответственно, на настройке доламывает тачку все-таки. Вот, собственно говоря, что, постепенный демонтаж произведен. Немножко неаккуратно мы это сделали в кастомсе, но тем не менее, класс. Короче, сейчас, снимем и посмотрим, может она без спойлера реально лучше смотрится. Ты не думаешь, что постепенно, ну, смотря как будешь валить, она превратится в стоковую, не? Что-то поставим на учет. Да. По конфигу на фронт у нас 4.20, поэтому немножко затестим, как это играет на расстоянии. Так, молодежь собралась, смотрим. Все вопросы по трекам к Евгению. Тряпочку взял, а нужно было не тряпочку, да, а отверточку. Давайте переходить к обзору данной девятки. Вообще ее история такая, то что она год назад переехала сюда, к нам на юга, а раньше владелец был Гоша. Но я думаю, многие, кто видели тачку, ее, соответственно, узнали. И вот она приехала к нам в кастомс на переоборудование. Тачка имеет действительно такой прикольный, необычный вид. Кто-то может, понятное дело, любители обычного стока могут придраться, но автомобиль действительно выделяется в потоке и привлекает много к себе внимания. Поэтому, что, Виталик решил сделать ее музыкальной. Тут до этого была какая-то музыка, но, в общем, поменено, собственно говоря, все. 4.20, Арнольд и две пары пищалочек. Причем обшивки у нас покрашены. Это Раптор, Жень? Да. Обращаю внимание, прикольная тема, когда у тебя вместо руля САП, вот, на карбоне, на топе. По усилителям, Жень, скажи, что поставил? На САП у нас стоит 12900. 12900 на САП? На Аватар стоит двухканальник 200. Ну какие Аватары? На Арнольде? Ой, на... Нет, стоп. Подожди. На пищалке этот Аватар двухканальный. На пищалке двухканальный Аватар. Женя вот ставил, а сам уже не помнит. Давай заново. Женя, давай, говори, что по усям поставили? Тебя срезать. Давай, говори, что поставили. На пищалке стоит двухканальник Аватар. Громко только говори. На пищалочке установили Аватар двухканальничек.
Потом на сабовое звено установили 12900. Так, и на фронт, на 20-ке мы установили... Что мы установили? Что мы установили? Все, мы установили оружку, Женя, даже я знаю, а ты нет. А давай, открой багажник, поскольку мы в начале видео уже немножечко разобрали вот этот конфиг, который мог кому-то вдруг прийтись не по душе. Посмотрим, что за сабы здесь стоят. И на самом деле это первое разминочное включение. У нас здесь грабежник в Рапторе, Альфард Кассамс, и две пятнахи 315-е Девбонс. Вот такой олдскул вот сюда залетел. Здесь у нас также в автомобиле имеется пневма, имеется вот баллон, компрессор. Трубы у нас выходят назад, здесь достаточное такое пространство. И, в общем-то, вот две пятнахи, 4-20-ки, достаточно такой стандартный пацанский повседневный инсталл, ну, поскольку это повседнев. Но, конечно... Вот эти все накладки, которые здесь есть, которые заклепаны, теперь после первого включения, конечно же, под вопросом, отстроится система до конца, и когда это включится на полную катушку, конечно же, все вот эти красивости, которые здесь есть, они будут постепенно отсюда сниматься. Я внутри не слушал, послушаем сейчас внутри, как она валит. А, послушаем внутри, а тут у нас шейвинг, да, у нас нет, получается, ручек. Объясни незнающему человеку, вот я хочу сесть, как мне сесть снаружи? Никак? Или тут есть кнопка где-то? Нет, никак, все открывается с брелка. Все открывается с брелка. У нас здесь еще, посмотрите, что за красота. Вот такие сидушечки. Кстати, все вот эти красивости, конечно, вот неудобность в плане захождения в автомобиль, поскольку ширина порога увеличилась так значительно. А мне какую-нибудь низину, затонированная приборка в хлам. Имеется головное устройство у нас Пионер. Так, тут у нас пневма, соответственно, выведена. В общем, прикольно. Ну, поскольку это девятка, конечно же, на басухе подобные кузова вообще отлично выглядят в плане разрушения от баса. Слушай, ну прикольно играет, с учетом того, что здесь всего лишь, ну, 2 Ом подключения. То есть надо понимать, что с 12900 это летит, но не больше 4 кил. Не больше. И если вообще не меньше. То есть в плане повседневного вообще очень прикольно играет. Так мягенько, низенько. Баспочки приятные. Да. Ветерочек есть, только бензом в салоне почему-то воняет. Единственный освежитель. Освежитель воздуха у нас бензиновый. Заключение по тачке. Действительно, вот такая интересная зажигалка на лютом музле. Такой классический повседнев на интересном внешнем виде. В общем, пишите свое мнение по поводу данного автомобиля, потому что действительно яркая, громкая тачка, которая у нас на юге, конкретно в Павловской. Поэтому, если вы из Павловской, Виталика напрягайте, чтобы он дал вам послушать данный проект. Ну а сегодня он вот на десятке, на подкате, соответственно, уезжает, где и будет существовать вечно. Да, у тебя он там будет существовать, Виталик? Или ты будешь его выкатывать когда-нибудь? Да. Куда-нибудь на Саревы? Конечно. Конечно будет. Ну все, значит, на юге точно увидим. В Москву вряд ли поедет, да? Посмотрим. Если получится, то поедем. Если получится, то поедем. Конечно. Но без спойлеров, без всего, да. Я думаю, развалим до следующего сезона ее. И Гоше обратно отдать на переделку. Все, классная тачка. Поздравляю тебя с музлом. Спасибо вам большое. Все круто.